На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Глеб Макаренко стал победителем международного турнира Гран-при по греко-римской борьбе в чешском городе Хомутов. На пути к золотой медали воспитанник Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборства одержал 7 побед. Тренирует Глеба бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Вячеслав Макаренко. Боксеры из Гомельской области завоевали 8 золотых наград первенства Беларуси среди спортсменов не старше 16 лет. Турнир проходил в Могилеве. Юноши трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Победителями первенства стали Егор Симаков из Жлобина и гомельчане Дмитрий Шляхтов и Дмитрий Борисов. У девушек 5 наград высшей пробы. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Влада Базилевич, Светлана Сурко, Александра Щербина, Альбина Круглева и Валерия Вебер. Отметим, что этот турнир был одним из этапов отбора в сборную команду, которая будет представлять нашу страну на первенстве Европы. Гомельские грации заняли второе место в общекомандном зачете Олимпийских дней молодежи Беларуси по художественной гимнастике. Наши спортсменки уступили только команде из Минска. На состязаниях в Гродно гомельчанки выиграли 9 наград. Злата Дятлова стала второй в многоборье и первой в состязаниях с булавами. У Маргариты Тимошенко в активе 3 награды – серебро в упражнении с мячом, бронза в упражнении с обручем и многоборье. Александра Гробовец показала второй результат в упражнении с лентой. Дарья Грибова взяла серебро в упражнении с булавами, а Дарья Веренич завоевала бронзу в упражнении с лентой и многоборьем. В Гомеле проходит республиканская спартакиада по волейболу. За главный трофей борются учащиеся учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. Всего в турнире участвует более 60 спортсменов, а представительство здесь имеют все регионы Беларуси и город Минск. Для участников этот турнир – хорошая возможность набраться опыта и побороться с лучшими волейболистами страны. На республиканских соревнованиях соперников легких нету, так как сюда отбирают самые лучшие. Думаю, будет интересно и покажу хороший волейбол. В прошлом году мы выступили не очень, мы заняли 6-е место. В этом году мы более лучше подготовились и готовы выиграть первое место на этих республиканских соревнованиях. Я думаю, что гомельская команда достойно защитит честь Гомельской области и займет достойное место, потому что в эту команду отобраны лучшие люди с Гомельской области. Уровень достаточно высокий, игры проходят в напряженной борьбе, и зрители, особенно молодые люди, смотрят внимательно за этими соревнованиями, и, может быть, кто-то из них захочет проявить себя в этом виде спорта. По итогам первого дня гомельские команды проиграли сверстникам из Гродно и Бреста со счетом 2-0. Соревнования продлятся до 22 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».